сейчас вот такой вальяжный пилотаж выполняется в составе тройки. This concludes the romantic part of our show. Ну и я так понимаю, Лаура, будет перестроение для домика. Сейчас будет пьяный летчик. А, да-да-да. Наша, наша шутка. Валерий Соболев. Ну, это пьяная пчела, да, Лаура? Совершенно верно. Вот так играючи Валерий Соболев изображает пьяную пчелу для вас, дорогие друзья. Looks like the previous maneuvers were tough enough and made him feel a little bit dizzy. He needs to recover, so ladies and gentlemen, let's support our solo pilot with your applause. Дамы и господа, ваши аплодисменты. Ну, тут уж что переводить, Лаура, я сейчас послушаю. Не, не слышно, у меня здесь подзвучка. А еще, ребят, чтобы гости услышали. 3-4, аплодисменты! Лаура, там овации, я тебе серьезно говорю. Спасибо. And now from the left, he will fly a very challenging maneuver, a bear roll with gear down. Low altitude and lower speed requires exceptional precision and coordination. Ну а сейчас выполняется бочка с выпущенными шасси. Этот маневр требует от летчика особой внимательности и мастерства. Дело в том, что при выпущенных шасси на любом самолете есть очень серьезные ограничения. И поверьте мне, это упражнение очень сложное. В общем, мы себе цену набили, а теперь опять ждем, как в цирке медведь. Бурных аплодисментов! The beat formation, and on the left, the solo pilot will get ready to turn towards the five-ship formation in a collision course. The beat formation will create a triangle shape, and the solo pilot has to make a very precise path through the formation. The collision speed will be close to 1,000 kilometers per hour. Ну и сейчас заход на домик, да? Справа, да, будут у нас подходить? Все, внимание вправо, дорогие друзья. Да, вот уже мы видим их, посмотрите, вот так в виде треугольника построила группа такой своеобразный домик. И сейчас весь секрет заключается в том, чтобы солист попал в центр этого домика и затем выполнил так называемую свечу сразу после пролета ведущего. И раз! Браво, ребята! Точно в домик попали! The beat formation regroup and create a platform for the solo pilot. Meanwhile, the solo bee is getting ready for a very dangerous maneuver, a tail flight. The airplane will shoot up vertically until a complete stop, followed by a deep nose drop. Then it will fall tail first on its back on zero airspeed, right on the bee formation below. Я уже рассказывал вам о том, что самая, наверное, яркая отличительная черта этой пилотажной группы состоит в том, что это мастера высочайшего класса. И сейчас вы воочию наблюдаете это. Посмотрите, в каком плотном строю идет группа крылом к крылу. Это единый, слаженный монолит, единый организм. И в небе соло-пилот Валерий Соболев. Even though L-39 is a very stable airplane, a small wind gust can put the aircraft in a spin or even in bird spin at very low altitude. Колокол Валерий Соболев, под ваши аплодисменты, друзья! After this maneuver, the solo pilot will join the four-ship. А теперь танцуем вместе! Вместе с пилотажной группой Baltic Beast! Now the Baltic Beast jet team will climb up for the concluding crow maneuver. Set up your cameras or just enjoy the spectacular moment.